В работах на строительном объекте задействована компания «Алуа-Строй». Ранее товарищество занималось возведением жилых домов, потому строить мечеть для нас очень ответственная задача, говорят специалисты. По сути, в стране нет определенных стандартов в работе подобной сложности. Знатоков дела приходится приглашать из-за пределов Казахстана. Проект составлен столичными архитекторами. Мастеров из Нур-Султана также привлекут на оформление. В исполнении минарета будут использованы такие прочные материалы, как титан и нитрит. На сегодняшний день, получается, идет завершение кладки самого минарета. Минарет у нас завершен, получается, на 65%. Далее установка самого купола и орнамента. По внутренней отделке у нас, получается, лифкас полностью закончен. Теперь осталась у нас лепнина узоров и работа художников. По завершении отделочных работ предстоит благоустройство территории. Напомним, в новой мечети будут предусмотрены отдельные помещения не только для чтения молитв, но и под аудиторией и столовую. Нурсултан Ибраев, Бибинур Кокурова, Павел Соловьев, Шукан Талкеев, Кокшиахпарат.